утро, дорогие друзья! Сегодня утро, пятница, время еще 7 часов, у нас уже солнышко, смотрите. Вышел снова я в свой двор, сижу, погода замечательная. Решил я с вами сегодня снова побеседовать, потому что мне опять приходят ответы, то есть вопросы на мой канал. Канал мой называется «Самый клевый», а кто меня еще не знает, меня зовут Олег Павлович. Ну, все ко мне обращаются как Палыч, и поэтому обращайтесь ко мне как Палыч. Мне будет очень приятно. Вопросов мне приходит очень много, я их выписываю, и на какие-то вот такие самые интересные я стараюсь ответить вот так вот на экран, а на какие-то такие более простые ответы я в письменном виде отвечаю своим подписчикам, ну и гостям своего канала. Вопрос у меня такой, меня заинтересовал, потому что его уже несколько вопросов как бы мне задавали про вот на эту тему. Ну, правда, не зима, и уже еще только начало лета, но вопросы мне уже задают. В общем, мне задали такой вопрос. Палыч, расскажите про медведя шатуна. Видели у меня на канале как бы видеоролики про медведей, как спастись от медведя. И вот, видимо, людей заинтересовал. Ну, и мужчины задают, и женщины задают. Ну, давайте я вам отвечу то, что я знаю из опыта своей жизни, из моего детства, из юношества, из взрослой жизни. Тема очень интересная, говорить об этом можно много, можно говорить даже с такими какими-то рассказами, историческими даже, интересными, забавными, даже страшными. Вот, ну, давайте разберем эту тему. Ну, во-первых, кто такой медведь шатун? Ну, в принципе, это очень опасный медведь, который, как вы знаете, ну, с детства слышали, который не лег спать зимой. Да, это действительно так. Медведи эти очень опасные, и если с ним повстречаться в лесу в это время, то спастись практически будет невозможно. Медведь обязательно на вас нападет, потому что вы будете потенциальной добычей этого медведя. Почему происходит это? Почему медведь не ложится в пачку? Ну, здесь много факторов. Здесь вот давайте еще о таком скажу, что вот медведи шатуны, они в принципе распространены больше. Это Западная Сибирь, Алтай, Дальний Восток вот здесь. Ну и, конечно, вот наша вот Приуральский округ, здесь, где у нас вот Рамень, где тайга, это близо Пермская, Кировская, Удмуртская, Казанская области вот здесь. Здесь у нас медведи, которые тоже появляются довольно часто. Вот. Ну, медведь питается, сами знаете, в большинстве своих случаев он питается травами, ягодами, орехами. В Западной Сибири там кедровыми шишками, корнями вот здесь. Ну, конечно, не брезгает и мясом падалью, если вдруг найдет там умершего там лося там или кого-то, специально задирать не будет в летнее время вот здесь. Вот. И если медведь не набирает жир, подкожный жир на зиму здесь, то если есть года определенные, когда пищи мало, и если медведь еще при этом больной, и у него в организме много паразитов, то он не набирает этот подходный жир, то есть у него нет запасов на зиму. И поэтому на зиму он может, то есть уже в начале зимы, осенью получается, и в начале зимы он в спячку не ляжет. Медведь ложится в спячку примерно это октябрь-ноябрь месяц. Вот. Если уже вы видели следы в ноябре месяце, в конце, после 15 числа, там в снегу или где-то что, значит, все, здесь уже в округе появился, конечно, шатун. И здесь нам нужно бить тревогу, вызывать специалистов, охотников, которые могли бы отстрелить данного животного, иначе он наделает очень много бед. Вот, это первая причина, то есть не набрал подкожный жир, то есть он не нагулялся. Как бы. Вторая причина, это, конечно, паразиты. У медведей заражаются этими паразитами, и они им беспокоят и дают правильно, как говорится, питаться, у него постоянно чувство голода, его тревожит. Это тоже вызывает у него как бы такое расстройство, он не ложится.
третий ох, почему, откуда бьются сатаны. Ну, это когда медведя, ну, случайно будет. Сейчас и техника в лес ходит, и охотники, и собаки. Медведя могут разбудить, потревожить. Он будет, может, раз не выскочить из берлоги, он будет шевелиться туда-сюда. В конце концов, может выйти здесь из берлоги. Да, бывают такие случаи, он выйдет из берлоги, может походить, и опять вернуться из берлоги. Пусть, как говорится. Ну, таких случаев, в большинстве случаев, все-таки он становится шатуном. Ну, вот эти вот три основных, как бы, случая, они, как бы, присутствуют. И поэтому, ну, еще смотрите, у нас как-то сезонно получается такое вот нашествие этих шатунов, оно случается примерно раз в 10 лет. Это как раз соответствует статистике урожайности и неурожайности годов. Вот. И если бывали такие года, вот десятилетки, что даже в лес было охотникам страшно выходить. Ну, природа мать устроена так, что когда наступают уже сильные холода, медведь не выдерживает, они практически все погибают. Очень редко кто даже такой медведь, даже сатун доживает там до весны, до лета. Но такие случаи тоже бывают. Почему это происходит? Почему они умирают? Дело в том, что медведь, он как бы внешне защищен, у него шкура хорошая, здесь она угреет зимой. Но вот если в отеле видели в жизни на фотографиях лапы медведя, то есть у него стопа на лапах голая. И когда он зимой ходит по снегу, вот по льду какому-то, по этому холоду здесь, это ему причиняет очень большую боль. Он разрезами появляется, опухает все это, и лапы застывают. И охотники замечали, я об этом тоже знаю, что вот там, где ручьи впадают в каких-то реках, в реки, где свободное такое течение, еще не застыло, в эти места медведь, как бы, эти шатуны, эти места находят и туда приходят. Поэтому в этих местах, если вы знаете, где ручьи впадают и не замерзают, ну, в ноябре, в конце ноября, в начале декабря, лучше не посещать, потому что там сатун может находиться. Почему? Ну, во-первых, вода. Медведь это понимает, природа у него это заложена. Он приходит греть туда свое тело и, ну, лапы. Вы подумаете, а как это так? Вроде пришел, вода холодная. Нет, у медведя все по-другому. Он как бы чувствует, он когда спускает лапы туда в воду или залазит в воде все-таки там немножко потеплее, и он действительно, у него получается прогрев здесь. Если он полностью заходит в воду, такие случаи тоже есть, он как бы обмакивается здесь, и когда выходит уже из воды, а если на улице мороз, у него шкура покрывается такой ледяной коркой. И вот охотники, которые охотились на искали шатуна, пытались его вот в это время возле ручья со застывшей шкурой его застрелить, это не получалось, потому что вот эта шкура ледяная, она была как броня. Пробить было довольно трудно. Ну, такие вот вещи в истории как бы происходили. Медведь, когда не засыпает, он начинает бродить, искать пищу, и в это время он, ну, его пищей может стать любое движущее животное, и в том числе и человек. Он охотится, в это время он очень хитрый, он может долго прятаться, быть в засаде. Вот здесь. Если даже он там завалит лося, вообще посчитает, ну, меня спросите, а как же, если он лося завалит, он насытится, может лечь снова в берлогу. Нет, такого не происходит. Он питается, да, он сытный, но жира не накапливается, и это как бы не помогает. Какой-то промежуток, пока не застыл, он может находиться возле своей добычи, питаться, не подпуская к этой добыче никого другого. Вот, но в конце концов он вынужден будет искать снова новую пищу и будет бродяжничать. Вот. Иногда медведи на шатуны находят другую берлогу и могут эту берлогу потревожить и даже напасть на спящего медведя, даже убить его здесь. В этом случае
Бывают такие единичные случаи, охотники об этом говорили, может залечь в эту берлогу, ну, тоже, как бы, это тоже очень редко бывает. Во время бродячества медведь также может выходить в поселок. Такие случаи были, даже выходят в избу, выламывают двери и нападают на хозяев. Это те вот, где вот близко деревни расположены к лесу, где мало населения, вот как говорится, где шум поменьше. Ведь видит человека из леса, он караулит, и когда происходит удобный такой случай, он несомненно набирает свою мощь и все, нападает на человека. Шатуны очень опасны в этом смысле. Я в своей жизни шатуна живого ни разу не видел, следы видел, когда мне было 12 лет, были такие вот школы, когда я учился в Снайдерском районе. Игры «Зорница» называемые, и мы играли, командами разделялись и играли такую, как бы, войн. И у нас за селом, за прудом, там трактористы какие-то, ну, лесозаготовки заготавливали, лес там тракторами нагребли, вырубили лес, чесняк вывезли, все оттуда здесь. И мы вот на этих буграх играли. И в один из дней мы так играли, стреляли с пистолетиками, с автоматиками. И мы увидели бугор такой, замеченный снегом, а из бугра шел пар. Несколько отверстий такие были, и шел такой, как бы, пар уже растаявший. Конечно, поняли, что это там берлога медведя. И мы, конечно, убежали оттуда, сообщили охотникам, охотники пришли туда. Нас не пускали, издалека смотрели, нам было интересно все это. Дело в том, что оставлять уже медведей в этой берлоге они не решились, так как здесь уже и дети, и поселок недалеко, вот он там залег. Допустим, здесь уже делянка под вырубку дров была, поэтому они его разбудили и добыли. Вот. Мы этого потом медведя видели, там был такой большой медведь, они его на трактор загрузили. На тележку, на трактор, он увезли, а дальше куда, куда они его дели, я не знаю. Вот. Ну а случаев нападения медведей, вот где я жил, ну ни разу я не, у шатуна не было. У шатуны были охотники, отец сам у меня ходил на шатуна. Но на шатуна ходят не один, конечно, 2-3 человека обязательно с собаками. Потому что, говорю, этот медведь непредсказуем. Очень хитрый, который, говорю, ради добычи пищи, ради выживания готов на все. И на дереве от него не спрячешься. И, конечно, убежать от такого медведя просто у вас не получится, тем более зимой. Вот что связано с рыбалкой. Да, вот мы ездим на рыбалку обычно, когда я приезжаю в Курью, там, в деревню или что-то, на речке. Есть омута хорошие, где рыба стоит в ямах, и туда, конечно, хочется прийти порыбачить на зимней удочкой. Ну вот и пруды, конечно, пруды тоже. Но вот всегда в эти места, особенно вот по первому льду, ноябрь, декабрь, я хожу туда с такой большой настороженностью. Потому что, ну, и даже и вот иду, и прекрасно понимаю, если выйдет медведь, то все, уже точно оттуда не уйдешь. До машины не добежишь, потому что он сразу не покажется, он будет подходить очень медленно, так хитро будет двигаться. Ну, хруст можно услышать, конечно, он тяжело наступить немножко, но побежишь, если успеешь добежать, даже то, конечно, твое счастье. Вот. Ну вот уже после декабря, уже после числа 15-го, я уже спокойно езжу на такие рыбалки, потому что уже прекрасно знаю, что, ну, шатунов уже не будет. Еще такой сам интересный факт, исторически такой, замеченный биологами, что раз в 40 лет такое случается, у нас появляется вот массовое такое нашествие шатунов, они не ложатся в спячку, чем это вызвано, непонятно, то есть и вызвано, возможно, и болезнями, и вот этим голодом здесь, но такое бывает. И вот они начинают бродить, друг друга нападать, и тревожит и население в лес, боится выйти, охотники боятся в лес выйти, потому что, ну что, врагов у них нет, естественно. Есть у шатана, медведя, естественный враг, это только волк.
ну, на картинке посмотрите, волки нападая стаи на шатуна, они могут его как бы добить, на, убить, как говорится, на, если они находятся на ровной местности, если они сумеют его выгнать там на опушку леса, либо в поле куда-то загнать. Они нападают так вот постепенно и догоняют медведя в одну сторону, в другую, пытаются сбивать, вот туда-сюда ходят. Они его так вот могут загонять немножко, в конце концов, напасть, как говорится. Ну, погибнут, могут погибнуть, конечно, волки это прекрасно понимают, один-два волка погибают в этой схватке неравно. Но если медведь что-то сможет от них вырваться, от волков убежать в лес, и к лесу солдата защититься, то у волка шанса, конечно, победить медведя. Медведя нет. Но вот есть такие. Вот. О чем я говорил вот про эти 40 лет. Так вот, потом, когда уже вот этих медведей совершенно развивается очень много, природа как-то делает так, чтобы она как бы, как нам сказать правильно, возникает мор медведей. То есть массово начинают эти гибнуть все шатуны, вот эти медведи, и количество их резко-резко как бы регулируется, уменьшается. То есть это происходит либо когда медведей в лесу становится очень много, да, то есть площади занимаемых их уже становится меньше, охотники не успевают регулировать. Здесь природа-мать вот как бы заражает этих медведей, а потом их массово как бы уничтожает вот здесь. Как бы происходит регулирование численности медведя. Это такое есть. Ну что вам еще рассказать? Ну, вроде бы все рассказал. Давайте еще скажу, что от медведя шатуна спасти трудно. Ничего не защитит. Хоть кричите, не кричите. Не дымовые сашки, вот эти, которые там фаеры зимой, если будете использовать, вы, они вам не помогут. Не помогут, потому что медведь уже нацелен на добычу. Поэтому будьте осторожны, особенно вот, как я говорю, это октябрь, ноябрь месяц, начало декабря. Также шатун еще скажу, весной тоже опять, потому что он в марте-апреле тоже может рано встать, и тогда еще пищи мало, в это время тоже, как говорится, очень опасно здесь находиться. Или появляются медведицы с медвежатами. Вот. И, ну, это уже не шатуны, это уже просто голодный медведь, который, он, конечно, здесь вот осторожно, он не будет уже пытаться на человека напасть, он будет уже снег растаял, уже частично будет шишки поесть, и корни выковыривать, и, конечно, добычу какую-то найти. Но если вы наткнетесь резко-резко так вот где-то здесь вот, получается, то можете тоже стать жертвой данного медведя. Ну что, вроде бы я вам рассказал, потому что я знаю, что шатуна. Мне интересно, вам судить, ставьте лайки, подписывайтесь, либо дизлайки, если кто, кому не понравилось. Мне все равно это как бы помощь каналу. Не забывайте, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, потому что это развивает мой канал. Многие смотрят, я вижу, что просмотры и есть, но вот подписываться как бы забывают, перелистывают, поэтому подписывайтесь. Я буду всегда вам рад. До новых встреч. С вами был Павлович. Пока-пока.